Неандертальцы не вымерли, они мастерски скрываются среди нас, и создается ощущение, что в частности среди ученых. Иначе я не могу объяснить, почему ученые говорят, что неандертальцы орудовали палками-камнями, да и вообще имели повадки животных. В то время, когда находят вот эту древнюю нить, сплетенную из волокон, возраст которой более 50 тысяч лет, только представьте себе. То есть неандертальцы изготавливали нити и веревки из волокон задолго до того, как древние люди стали использовать эту технику. Открытие было сделано в пещере во Франции, которая в то время была бы неандертальским поселением. Это говорит о том, что этот вид был умнее и более искусен в ремеслах, чем думали ученые. Так может все куда проще, чем казалось. Наши предки были достаточно развиты, но с каждой новой катастрофой или войной на Земле, технологии то уничтожались силами природы, то были испепелены, как Александрийская библиотека. Некоторые древние книги о настоящей истории я публикую в своем закрытом канале, смотри в шапке профиля.